Всем привет! Всем привет! Скоро у нас Новый год. Поедем мы сейчас в магазин за продуктами к Новому году. Какие у нас деревья сегодня? Все снегов. Такая сегодня у нас красота. Все деревья снежные. Все, да, тоже. Все бьем, Сейчас еще заедем на Озон, заберем подарок для нашей Наташеньки. На Новый год. Мы думаем, он 31-го придет, что там как написано было. Ну, хорошо, еще пораньше пришел. Сегодня у нас зимняя сказка. Это ей же стоит. А, наверное, вчера вечером был туман сильный. И вот, наверное, за этого... Инеем все покрылось, да? Но... Красота какая. Солнышко сейчас станет. Такие деревья все. О, похлопатые прилетели. Помнишь? Свиристели? Птички такие эти. Свиристели? Нет. Свиристели же другие. Как они хохлопаты? Ну что, хохлопки тут такие. Я их все ждала, думаю, когда они прилетят. Так это и есть свиристели. Да? С хохолком, да? Какая елочка. Вот такую, да, нарядить? Ну. Гирлянду. И вообще красота. Была бы у нас, да, рядом с домом елка. Мы бы ее такую нарядили. До половины хоть бы. Тут надо на этот кран какой-то или подъемник этот, чтобы наряжать ее. А там вот и он стоит, елка, это. В снегу, да. Вчера так солнце светит, да, и все бело-бело. Я снова схватаю, все деревья. Родилки Дед Мороза. Утка какая-то. Наташа захотела, заказала. Утка Лалафана. Новая. Лалафан какая-то. Лалафан. Учительница Лава. Вот так смотри. Маша учительница. Шарфик тут, да? Сумочка. Сумка? А, нет, это шик. Кофта. А где сумка? Вот она. Сумочка есть тут? Сумочка и такая повязка. Ну, все. Наташа сама заказала себе такую куклу. Очень уж ей нужно было ее, да? Не знаю, зачем. Но. Ребенок захотел. Но. На Новый год. Она, ну, не она... только это подарок будет, еще будет подарок. Ну, ладно. Это было желание Деду Морозу. Ладно, поедем сейчас за продуктами.
что, маленькие, что ли, все? Маленькие все. Может, там, с той стороны где-нибудь. Смотрим бабушке подарок на Новый год. Маленький, мне кажется, будет. А какой размер это? 56. Вот такой вот. О, смотри. Вот это вот точно подойдет. Какой тут размер? 56. Ну, теплый он как раз на молнии. Я на себя посадила, ну, она давай. Вот так же наподобие. А я больше, наверное, еще. А ты больше еще. Давай мне тогда. Рукава такие короткие есть, да? Да, они такие есть. Ну, вот, все нормально. Нормально. А ну как раз на замке. Ну. И все. Тогда нормально будет. Вот такой вот бабушке халатик. Вася будет в нем ходить дома. Да. Как тебе, папа? Закупились. Да. Закупились продуктами. И поедем домой. Все. Осталось еще купить фейерверки только. А сейчас, наверное, заедем. Но. Приехали домой. Пустая. Вот это наши все покупки к Новому году, да? Да и так, и к Новому, и так. Купили большую рыбу. Семгу. Семга. Сейчас нам ее надо будет немножко оттаять и как. И да вот так этот, разрезать вилкой. Вот такой кусок, вот такой. Ну. Вот так взять. Суши будем делать, ну и так кушать. Мы каждый год покупаем. Каждый год покупаю. Ой. В этот год вообще, мне кажется, громадная, да? Я попробовала. Ну. Или я не. Я уж не помню. Такая же. Ну, красная рыба. Семга. Все. Надо ее убрать куда-то. Купили мы фруктов. Укропа. На салаты. На салаты здесь. Винограду. Бананов. Мандарин. Ой, вот такие, они такие вкусные. Мандаринки. Подарок. А это да, это мы на рынке покупали это все, не в магазине. Гранат. Вот такой. И где-то пешки мне на закуску. Тебе на закуску. Нам на закуску. Это эти, как ты, бутерброд, как они делаются, как оно называется? Бутерброды же, да? Нет, на закуску будет пекцы. Ну, а ты же делаешь из них как типа бутерброда такого. Ну, показывали, уже делали, очень вкусно получается. Но у нас еще есть яблоки. Яблоки. Что там у нас есть? А, еще мандарины есть, да. В холодильнике. А, еще у нас тут манго тоже. Манго это у меня я. Это яблоки. Там еще яблоки, вон, с апельсинами. Что-то, а где ты, говоришь, гранат? Вот. А, вот. Но это вот остался, покупали тоже. Мы вообще покупаем фрукты постоянно детям, потому что кто-то там писал, что мы фрукты что-то детям что ли мы покупаем. Купи. О, фейерверки, они вообще стали очень дорого. Вот ну, это... может быть, это здесь, в Амутинке мы заехали, потому что в Заудуковске... 600 рублей. Да, в Заудуковске не попались нам фейерверки, их вообще как бы продают в специализированных магазинах. И вот такая вот коробочка маленькая, 600, а которую мы раньше брали, да? Она... 7 тысяч! Там 2200 какие-то стоили. Там 9 всего. 9 выстрелов этих
ну, залп. А мы 16 по 18 по раньше брали, они 7000 стоят. Ну вообще что-то какие-то цены. Может быть там, не знаю, в Тюмень неохота было ехать. Так, горошек. Взяли детям. Рис. Колбасы. Это имбирь наш любимый. Мы его так и любим. Пёшки. Ну ты же помяешь. Я напридавила пакетом. Ага. Это. Ой, они, я их когда взяла, они горящие, горящие. Только сейчас испечённые были. Это сырные, это сейчас покушать. Так. Ты смотри, вот положи, вот сейчас это все придавится потом. Укроп. Ну еще все равно. Крабовые палочки. Крабовые палочки. Колбаса. Ну, не знаю, интересно дальше будет. Мне интересно. Что там у нас еще? Крабовые палочки делали. Так. Ну ладно, на стол все равно выставлю. Плавленый потом. Сыр. Сыр плавленый. Майонез. Помидоры. Огурцы. Это шоколадки. Это в подарки. Подарки. Подарки мы ну, будем сами делать. Дети вот сегодня ездили на елку, приехали с елки. Шампанское. Шампанское. Ну, шампанского. Им уже дали подарки, там в школе выдали, вручили, подарили. Так, мясо. Курица. Курица. Так, ее тоже на улицу. Тащи. Колбаса всякая. Бутерброды. Так, тут шпагаты. Не знаю, кто приедет к нам в гости в этом году. Вроде бы сначала все собирались, потом что-то у них непонятно все. Посмотрим. Булочка. Тут конфеты. Вот это конфеты детям. Вон, покажи сколько. Два почти. Сейчас пока не надо, конфетки у вас и так есть много. Это Дед Мороз вам. Дед Мороз будет подарок делать. Конфетки. Да, тоже куда-то, наверное, на улицу. Так. Так ты бы убрала их. Так, это тортик. Тортик. Так, это салфетки на кассе держит. Так. Батоны. Два хлеба еще надо купить будет завтра. И салат. Так, это все мы сюда уберем. Это салат чисто детям. Так, это водичка. И, так, зарядку на. Так, это все сюда я. Один пакет. Так. Так. Это не водички. Так, это салфетки бумажные. Так. Губки. Губки. Так, это я повеяю, смотри. Леденцы. Леденцы от горла. Хорошо, что-то я мало еще взяла. Так. Это из светофора. Светофора. Они стоят 99 рублей. Так, икра. Ну, бутерброды. Да, это. Так. Еще нет. И тут у нас. Вот, кстати, абрикосы. Купили один раз абрикосы в светофоре. Вообще понравились. Они стоят 100. 49 рублей. И купили вот три баночки целых. Тоже вкусные вообще. Пальчики обрезишь. Конфеты, сладости. Печенье. Тоже конфеты. Купила я лопатку. Мешать. А кто-то там в комментариях, что Маша скребет ложкой. Просто вот эта косуя, вот эта, ей ничего не будет. Ну, это специальная косуя. Да. Только. Ну, ей хоть ложкой, хоть это. И купила под салфетки. Что-то наша куда-то делась. Что там, последний пакетик остался. А, это подарки. Это подарки. Это подарки. Ладно, по родственникам. А, и тут это муги. И это для роллов делать роллы. И тут два копченая скумбрия и сиётка. Угу. Я бы её затащила бы. Съела бы, тем более вот эту. Она ещё спросила, две ему надо было. Две взять, две, всё. Да? Не, сиётку я как-то не так, а вот скумбрию. А. Скумбрия сейчас чем такая дорогая стала? 500 с лишним рублей килограмм. Что-то я не посмотрела, насколько она вытянула. Сейчас это я растолкать
мой холодильник, все расставить, все, чтобы все влезло. Угу. Тем более, плюс у меня еще молоко. Там я ставлю. Все, это сколько у нас подмусов пакетов. Стало. Подготовка к Новому году начинается. Идет? Идет. Начинается, идет в полном разгаре. Да. Ты как съездили, расскажите хоть. Хорошо, и мы были в театре, мы пробыли там 2 часа целых. Угу. Там показывали все живое. Спектакль? Да, целый. Угу. И на улице тоже были, да, играли? Да. Угу. Понравилось, да? Да. Отлично, что? А елку как пошла в клубе? Хорошо, мы там играли, танцевали. Стихи рассказывали? Нет. Ну, вы уже большие, вам это не надо, стихи уже. Здравствуйте, Клевка. Сейчас буду раскладывать все холодильник. Будем заниматься домашними делами. Скоро управляться. Стоял вот такой фонарь. Светильник, как он? Плафон. Свинарники вот здесь. Свиньи постоянно его срывали. Он закручивает специально для лампочки. И они оторвали ее. Да, отрывали постоянно. Вот здесь вот он на гвоздике висел. Они достают мордой. Это большая свинья, наверное. Но он падает сюда. И они потом мордой ее. То лампочку стрясут, то значит уже сейчас провод вообще оторвался. И мы купили новый светильник. Сейчас покажем. Свиней сейчас пока перегнали в другую стайку, в сарайчик. Здесь маленькая осталась. А, по кушке и дали. Так, сено еще принесем. Сейчас сделаем прожектор. Спрашивали, не холодно ли свиньям? Свиньям здесь вообще тепло. Я как-нибудь... Ну-ка молчать. Потом установлю градусник сюда и покажу, сколько на улице градусов и сколько здесь. Здесь вообще жара. Поэтому вот стены даже... Мы открыли даже вентиляцию. Вот она под тобой. Вот она. Здесь была закрыта, так здесь вообще как в бане было. Вот. Сейчас открыли им вентиляцию. Не сейчас, уже давно открыли. Чтобы более, ну, воздух тут ходил. Ладно, сейчас сделаем, потом покажем. Вот такой вот светильник на свет. Ну, сейчас установим. Сейчас, надеюсь, они уже не оторвут ее, потому что прикручена к потолку. Принесем твоих друзей. Принесем, они сами прибегут. О, дверь ломают уже. Давай. Да ё-моё, ты чё? Дикие. Дикошарые. Не, ладно, тут всё перевернули. Побежали, смотри. Где еще? Куда еще? Ну, чубай бежит. Когда корова тут остается у нас, мы погоняем, когда тепло, вот, там, минус 10, когда тут, когда до минус 2 было. И вот обрезки от нее остаются. Сейчас поросятам. Ну, соседа добрая жалко, а какое пойдет им? Давай. Ну и хватит им. Так, куда собрался? За жопу схватила? Знаешь, зачем схватила? Вот это. Вот за этим? Нет! Она тебе сзади, вон, вот она тебе мордой. Да? Видно, грязная он. Это значит, она пахи грызет. Что, свинья? Ага. Ну сейчас, вот все на ней. Все, у нас сюда не влезем, мы пока его так сюда оставили и закрыли.
Ну, пусть пока здесь, а потом уберем отсюда. Деревья. Все снегу. Сегодня мороженое забыл. Даже провода все белые. Провода даже белые все. Ага. Сказка. Что у нас? Коробка стоит. Фонаричка стоит. Тут тепло. Курица заезла в зоу и сидит в зое. Дали елочные игрушки, мишуру. Есть дети две звезды. Звездочки. Шишка. Это вот новые шишки, которые недавно купили. Золотые. Угу, красивые, да? Вот. Уже поставили елочку. Сейчас будем наряжать ее. Игрушки сначала, наверное, а потом мишуру, вот эту все, дождики. Угу. Боевой олень, уже весь раненый такой. А настоящая елка, будто. Звезду? Давайте распределяйте, ну, чтобы сильно ляписта не было, в разные места. А что, Бартик будет играть? У нас же еще одна проблема, с этой котик молодой, Бартик. Вот этот не надо, это дети нету. А, так может найдется вот, где-то. Вот сюда. Угу. Он-то будет играть этими игрушечками-то. Ого, я боюсь, что это... Вот здесь на веточку. Прыгать он начнет на нее. Обязательно. Смотри куда. Куда? Все, ну, один остался. Хорошо, что они пластмассовые, да? Да. Ну, как бы стеклянные, конечно, лучше, но плюс есть в том, что они не разбиваются. Ни кошки не разобьют, ни дети, там, если вдруг вот сейчас Наташа уронила случайно. Как мячик этот, бум-бум, да? Вот сюда. Вот сюда? А может сюда вот? Вот сюда вот? Вот сюда. Сюда хочешь? Пусть там. Потому вот чьи, они вот сюда у нас чьи. А тоненькие, мы только сюда их используем. Mm-hmm. Ее тоже много, да, не надо. Да, много не надо сюда лепить на нее. Потому что некрасиво синих будет. Весь синих. А чьи вот тут? Немножко так раз приукрасим. Ага. Я тоже думаю, что хватит. Все, вот вообще красивые. Елочка у нас искусственная. Вот и все. Красивая. Уже красиво. И не надо ничего больше сюда. Да. Сюда шарики поставим. Вот. Все. Красота. У нас уже здесь надпись новогодняя с Новым годом. Осталось сделать буквы. 2023 год. Мы думаем из картонов выстричь их и украсить вот этой мишурой. Нет, вот этой. Кто уже купили? Ну да. Мы купили вот такое лазерное светошоу. Хотели вообще на улицу его поставить, установить. На дом направить, и чтобы дом вот полностью освещался, красивые там узорчики такие. Но на улице при морозе здесь двигатель стоит, он начинает замерзать и вообще как-то плохо светит. А дома он нормально. И мы решили его оставить дома, направить его просто на потолок и будет это светиться. Это нужно темно.
Ну, можно сказать, что завершили здесь с этой комнатой. Осталось только буквы нам сюда. Цифры, вернее. Не буквы, а цифры. Здесь у нас гирлянда мигает. Здесь растянули полностью. Здесь. Всех с наступающим Новым годом! О, еще одна. А, это же это у нас на окно, это же это. Эти такие веселые. Паутина, как она называется. Можно сказать, все готово. 2023. Дети сделали Ляксе домик. И тут и Бахсик вместе с ней спит. А что это, подожди, не горит? Нет, вот это не горело. Да. Вот так тучу. Ага. Все, сразу же наступает новогоднее настроение. Да? Да? Скоро Дед Мороз принесет подарочки под елочку. Под елку тоже что-то делали? Вату или? Ничего не делали? Ничего не делали. Барсик пришел, о, смотрит такой, да, что тут? Я всегда запил такую, смотрела, смотрела, потом убежала дальше. Спать легко. Еще одна пришла. Как человек. Дали Дед Мороза? Да! Молодцы! Ну пойдемте смотреть, что Дед Мороз вам принес. Дед Мороз принес нам подарки, очень много. А вы приготовили для Дедушки Мороза стихотворение? Да! Кто первый расскажет? Я! Ну давай, самый маленький. Дед Мороз, не морозитесь ко мне. Доставай свой мешок, доставай мой кружок, доставай подарки, мясики, скакалки, мусорку в своем хороводе. Приходи на Новый год, мы тебе дай елку нарезаю. Молодец! Сейчас посмотрим, что для тебя приготовил Дед Мороз. Так, вот тебе один пакетик. Что ты писал Дед Морозу? Книжку. Правильно. Письмо я твое прочитал. Вот какой мишка. Держи. Снег идет, значит скоро Новый год. Дед Мороз придет, всем подарки принесет. Молодец, Ванечка, молодец. Так, посмотрим, что тебе Дед Мороз приготовил. Вот тебе сладенькое. Так. Что ты писал Дед Морозу? Лего. Вот, держи. Это еще не все. Где-то тут у меня еще было. Вот. Автомобиль. Мерседес, как ты хотел. И это играть летом. Спасибо. Будете. Дедушка Мороза.
Так, Наташенька, а ты приготовила для Деда Мороза стихотворение? Да. Скоро-скоро Новый год, в гости Дед Мороз придет. Детвора кричит ура, елку наряжать пора. Молодец, молодец. Так, молодец, Наташенька. Дед Мороз тебе тоже подарочек принес, как ты и заказывала. Спасибо. Так, подожди. И еще тут сладости. Что-то не могу достать. Вот, держи. Так, подожди, тут еще что-то было. Вот. Я еще стих расскажу. Еще хочешь стих рассказать? Давай, сейчас расскажешь. Вот, Наташенька. Смотри, Дед Мороз, что тебе принес. О, как ты заказывала сережки. Красивые, серебряные. На. Так, кто у нас хочет еще? Ты? Да. Ну, рассказывай. Снег идет. Наша школа Новый год. Дед Мороз придет, всем подарки принесет. Молодец. И тебе подарочек еще. О, какой. Железная дорога, вот, держи. Довольны подарками? Да! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! О, а что-то у меня в мешке тут еще осталось. Ну-ка, посмотрим. О, Наташенька, это тебе. Смотри, что тебе Дед Мороз принес. Какой набор фломастеров. Очень много. Будешь рисовать. Ты же любишь рисовать? Да. Вот. Держи. Спасибо. Пожалуйста. Поздравляем всех с наступающим Новым годом. Счастья, радости желаем. До встречи в новом 2023 году. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Бай-бай. Вот это друг. Он такой мягкий. Как это, плюшевый. Ты их ел. А у меня вот, у меня оленька. Умилай. Мы танцуем то. Пентики, пожалуйста. Идем. Еще буду сидеть.